Сегодня мы хотим сказать несколько слов о выдающемся поэте, критике Шайхи Арсунукаеве. Его творчество, если разделить на этапы, это на три этапа, девочки об этом скажут. Если спросить у населения, знают ли они Шайхи Арсунукаева, то каждый ответит, что он является автором стихотворения «Нохчимот», «Не нанмот». Почему же каждый знает его только по этому стихотворению? Хотя до этого стихотворения и после этого стихотворения он писал и стихи. У него есть роман в стихах, поэма в стихах. Но народ его запомнит по стихотворению «Родной язык», в котором он изложил всю свою душу, любовь к своему языку, к культуре, к народу и к своей родине. И несколько строчек из этого стихотворения я бы хотела прочитать сегодня. Дюзеля бицера дастам ахич, ховинч нин мот датесна ах, соуки будешнаш бац аткич, бохуш и сисас б цихит ях. Ладугл ца сюга хейкали кварта, ладугл ца яхки лергара пот, естьо цу гварцанна бухуна шорта, шаху уш волчун вэй нохчи мот. Гиллаки юздбу, Доттах че бюч, мостах че виструлш ду ирагерз, хомичу езери безам ах бюч, бек и шеххюле хадыгын мерз, мерз бу мосанна шабеза чудна, ламанан шоуданал цена буи. Лермонтовс, Толстойс, ладыгна тюнга, усларадыгыра хестина и. И чтобы было понятно, о чем говорится в этом стихотворении, это стихотворение на русском языке, перевод на русский язык прочитает нам Дакаева Айдима. Послушав его, согласишься, не споря, что всем, кому дорог, кто в душу проник, он глубже по мысли глубокого моря и выше гор снежных чеченский язык. И меда он слаще, своей чистотой с водой родниковой сравнится лишь вправе. И Лермонтов слушал его, и Толстой, и услар его восхищенный им славил. Звенел он веками, что годы ему, народу опору служа своему. Арсунукаев Шейхи Абдулмусулимович, вина цайзер истре и толчу шара, при толчу августа. Дешни бедана. Со диш на семи палатинский гал, рчу финансовый техником. Со тех, как ночь галгай хехархо институт. Со кахигна финансовый органчка и хила редактор журнала Орга. Сун и хила поэт, публицист, критик, гочтархо. Со язина книга, штамни или сина, новка, шновка, безаман шоуда, цера суй, иштаке духа. Родился Шайхи Арсункаев в селении Дашневедино 15 августа 1930 года. Здесь же учился в школе, но закончить ее не успел. Он был изгнан с родной земли со страшным ярлыком неприкасаемого спецпереселенец. На чужбине в селении Батнайного Покровского района Семипалатинской области Казахстана закончил учебу, а в 1955 году Семипалатинский финансовый техникум. Работал до возвращения на родную землю старшим инспектором по бюджету. Дома продолжил образование на филологическом факультете Чечено-Ингушского педагогического института, по окончанию которого стал заместителем редактора в Веденской районной газете «Колхозная жизнь». Позже перешел в Чечено-Ингушскую кафедру, которая редактировал художественный альманах «Орга». Thank you.
Творческий путь Шахрияра Микаева можно разделить на три больших этапа. Первый длиной приблизительно 10 лет, второй с 1971 по 1981. Он знаменателен тем, что в 1971 году вышел в свет первый сборник поэта «Вершины» в переводе на русский язык, куда вошли все лучшие произведения, изданные именно на чеченском языке. В первом в периоде творчества сборниках «Утро в горах», «Родник любви», «Искорка огня», «Пути», а также два сборника на чеченском языке «Голубые дороги», «Закон высоты» и один на русском «Песнь родника». На втором этапе своего творчества, пишет Гайтукаев, Шахрияр Сунакаев продолжает разрабатывать темы, определившиеся в качестве характернейших для первого этапа. Это прежде всего тема Родины, тема детства, любви и верности, войны и мира. С 1982 по 2000 год – третий этап творчества поэта. Он характеризуется наибольшей зрелостью, переходом к созданию наиболее значимых крупных эпических произведений, исторических поэм, романов, стихах, повестей. Это такие, как «Захар», «Меч Тимура», а также «Линии судьбы» и другие. Бепкенюх ойлу, дина бепкенюх, ойлу инолка, ойлу даслила чу адамин, когашкал, тех бюлу, цыгуш санна, тех бюлу, бендотуш, тех бюлу, ойлу цаиш, тех бюлу, шей модный мачишца, вам за дахаром тюрка хвежуш, тех бюлу, Ленинградом блокада, сказа хылча санна, тех бюлу, иза чу теман, пасти на нюхе, шилу чу мухолёку чу, мука чу ара, ира чу лайк элара, бирцанкан, сказа хылча санна, бепкинюх ойлу, дина бепкинюх, ойлу инолка, ойлу даслилу чу адамин, когаш хэл. Стихи, поэмы, повести, романы Шахрияр Сункаева приняли не только изяществом, но и чеканностью строк и чистотой языка и стиля. Поэт не любил вычурности, внешней броскости. Мастерство его было безупречно, поэтому все его произведения переводились на русский язык. Известные поэты Ирина Озерова, Геннадий Гусацкий и другие. Это неограниченно расширяло круг его читателей и доводило до состояния всех любимцев поэзии бывшего Советского Союза и Европы. Его произведения читали, печатались на так называемых толстых журналах «Дон», «Рига», «Киев» и другие. В свою очередь Шахрияр Сункаев немало отдал времени переводам. Благодаря ему на чеченском языке зазвучали стихотворения Пушкина, Некрасова, Шевченко, а переданное им Шевченко стихотворение «Завещание» было опубликовано в антологии, а одно стихотворение Шевченко «Завещание» издано в 1988 году в Киеве на всех языках мира. Прошлое. Прошлое действие на жизненной драме не сдается навеки в архив. Что же без прошлого было бы с нами, как бы мы жили, его схоронив? Пусть то, что было, как будто бы мимо, будто бы счетно куда-то неслось. Прошлое неистребимо хранимо всем, что теперь из него разрослось. Если солнечный праздник явился твой дом, весел будь, чтобы песней душа зазвучала. Но на солнечном празднике доме твоем не забудь, что радость ненужной каждому дверь постучала. Если горькое горе явилось твой дом, сесть на грудь, в доме пусть тишина воцарится. Но воцарившийся в доме твоем не забудь, что боль не каждому дверь постучится. Ханак.
карина латтан дагдай эх латта дитан хыларик хайна алаха уцатам хылла ходеги я дог халазита харцо цалайна я атам иккана маргаш гинрена я жима бергите кастина нена дистечу мехаро дина шахере цена чубегу шчугортина кэра алаха хай латта Хугіра гуна, доталчу тишна бяк, бідоталчуна, ємета та тисна, шина на кена, супервад багати кенті та гіна, якона безангі осолчу ехуш, і поет волура харц тишна шлехуш. Нага хаго ішуш, вилах ця тогна, сюглу лах цюнати, каніш ця йохуш, Гуга акан хай ахту обехна, виси хотюна кирода ішьотуш, довго дош ала ця хаста дагдага, сиглу лах да ала каніш ця йохуш. Гуга акан дагардалах, я висах тевахна ала ішьотуш, зулам дан нагах ахлери нехтханна, варі сихталуш і канин гатахта, Гуга акан дагдасталур хаа, я киур важа, Дика нагахта.